Здравствуйте, сегодня выходной день, мы с семьей посещаем Ряжский зоопарк. Хочется вам показать всю красоту, которая здесь находится. И самим интересно, и с вами поделиться. Такой небольшой видеообзор. Смотрим. Так, мы вот на территории зоопарка в Ряжске. Кто был, наверное, узнает вот эти строения. Пойдемте с вами посмотрим, тут написано, что тут обезьянки. Так, вот, смотрите, попугай спит, правда. Тут еще там, внизу, кролики. Так, дальше идем. Вот этих вот животных, я не помню, как зовут. Если вспомните, напишите. И вместе с ними живет черепаха в одном вольере. Надо так, не надо, наверное, надо. Да? Да. Это на сухо? А. Похоже? Ну да, отец отвалился. Выпил пиво, посмотрел телевизор и отдыхает. А мать в соседнем вольере с детем. Вот он, отец. Жарко. Иногда отец обещает, что будет заниматься спортом. А я чего на нас туда залезла спать? А это что такое вообще есть? 15-й генетик. Вот такая вот штука. А если не пойму, ничего. Только она жертва особо. Вот она. Ну как есть. А там что? Это кинкан. Кто это? А, вон. Во. Чему-то прекрасном свете. Вот, Сережа, что там было. Кинкажу. Вот это. Охота, да? Да. Все тут спят. Идем дальше. Так, а это дикобразы. Такие мордочки у нас приблизим. Смешные. Не все почти спят. Почему белые? Непонятно. Переходим дальше. О, попугайчики. Волнистые попугайчики. Как-то в детстве они такие были. Смотри, какие колючки у него. Как у ежика. И у ежика колючки, правильно. Интересно. Красота. И опять спать. Здесь вот обезьяна. Вон она. Задницу ее такую. Непонятного цвета. Она смотрит на зубки. Я еще подсвечиваю. Вон какая. Пережаревшая. Зовут Ляля. Лысов, наверное. Лысов. Наверное. На человека похож. Ну, какая красота. А, вон она что-то там. Жует что-то. Ляля. Вот макака. Капундет. Или свинохвостый макак. Вот он. Тут клетки с морскими свинками. Какие-то сирийский хомяк. Ну, тут мелкие, не видать. Вон они, вон они. Крысы какие-то домашние. Декоративные домашние. Особо не видно. Короче, интересно. Ой, а смотрите, поешь. Ну, это обезьяна. Ты прям видишь, Ань?
Итак, продолжаем движение по Рижскому зоопарку. Смотрите, тут какие штуки. Стрекоза. Вот такие роботские такие сделаны. Классный муравей. Наверное, богомол. Цветочки. Пожалуйста. А это из ледникового периода, товарищи. Так, тут что у нас? Видел, вон там сожу отлетают. Сейчас. Серый неясы. Я посмотрю, если получится. Внизу сидит вон там, вот там внизу. Да погоди, сейчас. Я вот посмотрю, если получится. Такие. Не знаю, через клетку не очень получается. Ладно. Вот. Такие вот птички есть. Такие красивые. Сетка тонкая, поэтому не очень получается снять. Ну ладно, пойдем смотреть там других. Вот тут лежит мужчина. А это вот дама ходит. Добывает, наверное, ему еду. Туда перекидывает. Ой, а вон малыш. Да, это вот малышок. Смотрите, как. Красивые, красивые верблюдицы. Горбы вон, пожалуйста. Красавец какой. Бычок. Так, здесь яки. Я так понимаю. Лохматые быки. А ну как. Ну так, конечно, красивые. Красавцы. Слушайте. О, какой красавец. О. О, какая мордочка у них. Лицо. Классное. Сейчас еще вон такой. Общий вид. Первый раз приехали в Рижский зоопарк. Чего я всем советую. Стоит, интересно. Сейчас приблизим. Вон, видите. Ухаживает за ней. Ходит, обхаживает. Женишок. Красота. Угу, вот так вот. Ослики какие. Вон они. Оба мальчики, да? Если влюбляется. А блядь? Это кто? Як какой-нибудь. Да, а это что-то он, видишь, с ним? Ну, ты его отсадили. Потому что он маленький. Там потому что, я так понимаю, как их зовут? Мужчина, две женщины. А это мужчина, но помладше. Чтобы, наверное, тот постарше, который его не обижал. Вот его отсадили. Но это предположение, если знаете, можете написать в комментариях. Вот как люди отдыхают. Интересно, не зря приехали. Ой! Так, здесь какие-то Ой! Козы. Вон они. Луса. Вон, спят, отдыхают Луса. В тенечке. А, вон, смотрите, кого я сейчас вам приближу, Луса. Если у меня получится. Ой, а вон там Луса. Что, живой за рогами? Смотри, я про что говорю. Ой, шевелится, гляньте, правда. Ваня, смотри, на самом вон верху. Вон какой. Накарный козел, видишь? Красавец какой. За ними наблюдает, вон за всеми. Вон сам вверху положил голову. Видишь, вот рога, это у него, да. Заповедник. Так, тут тоже, короче, интересно, везде интересно. Так, здесь вот такой водоем с мостиками. Тоже все красиво. Тут вот черепахи, рыбы. Вон какие. Много кого. Так. А вот смотри, вон на камнях голову вытягивай. А, точно, вон они. Такие эти. Сейчас я их приближу. А вот какие-то смешные. А вот сейчас что-то тяжело. Но... Вот они. Греются. Круто. Ну, смотри, раз, тут пола. Красиво. Они ныряют прям, глянь. Так, вот, посмотрим.
такие козочки. Рогатые. Рогатые. Бодатые. Слышь, винторогая коза. Ага. Двигаемся дальше. Так, тут у нас страус. Такой огромный. Все, я попробую со стороны, чтобы его не побеспокоить. Тут такая влажная земля. Вот он лежит. А тут поменьше. Читать не буду, что страус не страус. Вот тут один. Ну и там чуть подальше другой. Вольеры, конечно, тут для них шикарные. Интересно. Тут он олени. Много, кстати, их. Все, конечно, прячется в тенечке. Сейчас такого покажу ему. Козлика. Такого сейчас красивого. Иди, такой скачь, красивый козлик. О, красота. Ну такой, блин, да, такой он. Мужчина такой видно. Наверное. Да. Судя. О, он еще, смотри, подтягивает. Ух ты. Скажите мне покушать чего-нибудь. Такие они мощные, да? Такие вот. Рогат какие, охренеть. Тоже маленькие. Да, кокисто-филококи. Вот, пожалуйста. Скажи, а мне что? А мне что? Здорово. А мне ничего? Ладно, сейчас что? Упала, а ведь это с кем-то делишь. Сорву какую-нибудь веточку вот. Ой. Классно. Настоящее удовольствие. Угу. Ну, сейчас покажем вам ламу. О. Ой, какой классный у меня. Какая у него мордочка. Как у собаки. Здравствуй. Зима. У него как у собачки, у него нос, смотри какой. Да? Такой красавец. С чупом. Привет, мадам. С чупом такой красивый. Вот такая красота тут. Да у него там травы, смотри, сколько. А, да, я же сказал. Одно дело лежит, а это угостить. Скажи. Молодцы. Здесь лошадки. Красивые. И не особо не выпендрючие. Позволяют себя гладить. Вот такая зернышко красота. Собираешь, как да. Лошадка, говори. Иго-го. Классно. Так, а здесь павильон с водой. Поэтому здесь гуси, утки. Подойдем поближе. О, гуси-гуси. Молчат. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Вот они. Много. Хорошо, у них тут тенек. Красота. Так, а это павильоны с животными. Волки, рыси, медведи. Здесь два огромных медведя. Ну там решетка такая частая. Не получается посмотреть. Ну, посмотреть получается, снять на камеру не получается. Огромные. Посмотрим. Ох, тенечек. Так, это серый волк. Вон он. Серый волк зубами щелк. Идем смотрим. Вот, ну. Так, вон леса, жарко. Ой. Получится.
Свирида, помню. А это обычно, да, лиса обыкновенная, а? Эй, здорово! Там где-то енот полоскон, да? А, вот он, енот полоскон. А где он есть? Вещь. Короче, все спрятались. Он в жарко. Домике. Жарко. Аня к забору не подходила. Так. Ладно, пойдем. Короче, красота. Посетить. Ох! А вон там кто? Это мне так кажется? Или нет? Нет. Вот он лев. Львица. О, какая. Класс, жарко, видалахи. Так, вот смотрите. Белки тут. Вон. Развлекаются. Можно смотреть до бесконечности. Так, это, короче, павильон тут с белки. Ну да, очень приятно посмотреть. Так, ну вот, завершающие кадры. Еще раз, Ряжский зоопарк. Посещение, кстати, бесплатно. Можно приехать, походить и получить настоящее удовольствие. Я тут первый раз с семьей. Нам очень понравилось. Теперь будем советовать. Так что так, есть еще одно место классное, где можно приехать, посетить и отдохнуть. Ряжский зоопарк.